Друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Трегубова і наш гість сьогодні – заступник прокурора Миколаївської області, старший радник юстиції Валерій Петрович Романов. Вітаю вас в нашій студії. Валерій Петрович, давайте почнемо спочатку, тому що ви у нас перший раз в нашій студії в качестві заместителя прокурора Миколаївської області, але до цього у вас, звісно, великий багаж був трудовий. От можна… Если можно, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о том, как вам работается в Николаевской области и есть ли у нас специфика, вот чем вы можете сравнивать. Ну, сам я николаевец коренной, я здесь родился, вырос, свою трудовую деятельность начал в прокуратуре Николаевской области. Так сложилось, что лет 15 назад я уехал из области, работал на разных должностях, в разных регионах, в том числе 10 лет в Генеральной прокуратуре Украины, работал заместителем прокурора Кировоградской области, первым заместителем Харьковской области, прокурором Днепропетровской области. Значит, на всех тех должностях, где руководство Генеральной прокуратуры считало целесообразным меня использовать. В данном случае я работаю заместителем прокурора Николаевской области. Регион мне знаком, понятен, многих я знаю, многие меня знают. Регион связан с тем, что и промышленность сейчас остановилась, и уровень жизни упал людей. Николаев рассматриваться стало больше из промышленной области в аграрную. То есть проблемы этой области связаны прежде всего с земельными отношениями, с теми отношениями, которые связываются с незаконными оборотами этой земли. В силу специфики и прокуратуры, что в последнее время органы прокуратуры имплементировали в себя европейские нормы, стараемся работать по-европейски, и те задачи, которые стоят, органы прокуратуры стараются их выполнить. Это максимально мы избавили частный бизнес, негосударственный сектор от влияния органов прокуратуры. То есть мы не надзираем, у нас убрали так называемый общий надзор, и в этой связи мы работаем от факта, работаем только защищаем интересы государства. Вы курируете несколько направлений, насколько я понимаю, да? Можете рассказать о том, какие эти направления, что входит в ваш круг обязанностей? Ну, на сегодняшний день органы прокуратуры выполняют 4 функции. Это представительство интересов государства в суде, это надзор за расследованием уголовных производств органами, которые на то уполномочены, в том числе и поддержание государственного обвинения в суде, это и надзор за соблюдением прав, конституционных прав людей в местах несвободы, значит, и это осталось рудимент – это следствие органов прокуратуры, которые в ближайшее время по Уголовно-процессуальному кодексу при создании Национального бюро расследования отойдет туда. Значит, прокурором области закреплены за мной 2 конституционные функции. Это надзор за соблюдением прав людей в местах несвободы, то есть в тюрьмах, и это следствие органов прокуратуры. Какова ситуация, вот что вы видите позитивного, может быть, в своей работе, и в своей работе, и работе ваших коллег? Какие есть еще, может быть, проблемные участки вот в одном и в другом направлении? Ну, по направлениям своей работы я скажу, что достаточно сильный потенциал, и государственная пенитенциарная служба в области работает. Больших нареканий на их работу нет. Есть статистические показатели, я не думаю, кому-то будет интересно знать количество привлеченных работников пенитенциарной службы к ответственности, либо количество внесенных документов реагирования. Что касается в целом работы этой структуры, то я могу сказать, что мы однозначно переломили тот ход советского мировоззрения, который был. То есть места несвободы у нас очеловечиваются, то есть они приводятся к европейским стандартам. Это и
тюрьмы, это и исправительные колонии, это и камеры содержания людей. То есть они соответствуют европейским нормам в зависимости от метража содержания и соответствующих ремонтов и все. То есть государство делает для того, чтобы те люди, которые находятся под стражей в местах несвободы, чувствовали себя людьми, прежде всего. И в этой связи не только в Николаевской области, но и в целом, можно сказать, по Украине, то есть мы приходим к единому европейскому стандарту. Что касается этого направления работы, в соответствии там, с отраслевыми приказами, в соответствии с законодательством, мы постоянно, руководство прокуратуры области осуществляет надзор, выезжаем в те пенитенциарные учреждения, которые есть в области. Раз в месяц мы осуществляем прием лиц, которые там отбывают наказание. Доверие к органам прокуратуры выросло. Об этом свидетельствует и количество жалоб, которые к нам поступают, количество рассмотренных, удовлетворенных жалоб. В основном людей беспокоят бытовые проблемы. Это амнистия, это освобождение из мест лишения свободы, это столкнулся с проблематикой лица, которые отбывают наказание в нашей области, но являются жителями временно оккупированных территорий, либо Автономной Республики Крым, либо Луганск, Донецк. То есть у них проблемы бытового характера, как попасть к себе потом на родину, как получить паспорт, соответствующие документы, момент выезда туда. То есть есть проблематика, которой мы занимаемся, и я думаю, она успешно решается. Вот вы сказали о том, что проводятся выездные прокурорские проверки, да, назовем их так. А вы лично вообще посещаете вот места лишения свободы, которые есть у нас? Да, с учетом того, что я переведен... Есть у вас личный прием, да? Что переведен в эту область недавно, то есть я работаю меньше месяца здесь. Я уже выехал в Казанковскую колонию, 93-ю, уже провел личный прием. Уже принял определенное количество граждан, разрешил их проблемы, насколько мог в силе. Кому не помог полностью, я разъяснил требования закона, что нужно делать и как нужно делать. А вы побывали только в одной, да? Да. Получается, колонии. А вообще, насколько, ну, вы, наверное, изучали при вступлении в должность, вообще, ну, весь спектр, да, учреждений, которые находятся, исполнение наказаний, которые находятся в нашей области, вообще, как они выглядят по отношению к, допустим, нашим тем же соседям. Одесская, Херсонская область, Кировоградская, потому что, допустим, по национальным каналам бывают такие сюжеты, да, мы все, что проблема там, насколько у нас спокойно, мы работаем лучше, мы работаем так же, как? Ну, мы работаем в рамках закона. Все, что у нас происходит, ничего чрезвычайного не происходит. У нас нет бунтов в колонии, у нас лица, которые отбывают наказание, обеспечены работой. У нас есть в Снегиревке туберкулезное учреждение, где, отбывая наказание, люди одновременно и лечатся. То есть есть проблематика, есть определенные трудности, но они на фоне того, что происходит в других областях Украины, в целом они незначительные и убодоваримые, скажем так. Второе ваше направление, как оно выглядит в ваших глазах? Ну, у меня одновременно у меня находится и следственный отдел прокуратуры области, и управление процессуального руководства, которое осуществляет прокурорский надзор за следствием, только в форме процессуального руководства. То есть, к большому сожалению, следствие в органах прокуратуры Николаевской области, я считаю, что работает не на надлежащем уровне. Почему? Ну, это связано, наверное, с теми какими-то кадровыми расстановками, перестановками, которые есть в этой области. То есть статистика вещь упертая. По статистическим показателям Николаевская область лидирует снизу, занимает с первого по третье место в разных показателях работы. Хорошо это или плохо, сказать сложно. То есть хорошо ли говорить о том, что много уголовных производств направлено в суд с обвинительными актами, или хорошо? Да, то есть, знаете, это вопрос. Понятие, да, оценочное и все. Но в целом, все, что у нас здесь происходит, можно сказать, что это крайне неудовлетворительное состояние.
То есть, вот следствие... вообще, а как выглядит удовлетворительное состояние? Ну, смотрите, следствие в органах прокуратуры, оно занимается сейчас только вопросами, связанными с совершением преступлений, работниками правоохранительных органов или государственными служащими первой, третьей категории. Ну, с учетом того, что после революции гидности у нас держслужбовцы первой, третьей категории, как правило, не замешаны ни в каких коррупционных составляющих, схемах, уголовных дел у нас таких нет. Что касается преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов, куда входят и суды, то вследствие находится большое достаточно количество уголовных производств по заявлениям граждан в отношении правоохранителей. Это особая категория преступлений, которая под ведомственно исключительно следователям органов прокуратуры, и следователь прокуратуры расследует такие дела, после чего направляют их в суд. Не все дела заканчиваются обвинительным актом, многие дела, связанные с вынесением процессуальных решений должностными лицами, они не имеют судебной перспективы после проведения необходимого и достаточного количества следственных действий. Там принимаются решения о прекращении таких дел. Что касается дел, направляемых в суд, их у нас единицы. В этом году направлено всего 7 таких дел. Это наихудший показатель работы в Украине. Ну, все эти дела находят свое разрешение в суде и постановляются, как правило, везде обвинительные приговоры. То есть прокурор в данных производствах, он является, выступает как бы в двух ипостасиях. Он, с одной стороны, является обвинителем, он является тем человеком, который обязан по своим служебным обязанностям расследовать преступления, находить доказательства, изыскивать и использовать методологию в расследовании этих дел. То есть он выступает в роли государственного обвинителя. С другой стороны, он защищает интересы граждан в процессе, будь то потерпевший или подозреваемый. То есть все следственные действия, которые выполняются, должны выполняться сугубо в рамках закона. Вот смотрите, в принципе, все мы в какой-то момент интересуемся сериалами, какими-то приключенческими фильмами. Вот там, допустим, когда идет речь о милиции и прокуратуре, да, немножко показывается трение между либо следователь прокуратуры, замечательный, благородный, хороший, который пришел и вот сразу же все справедливо, значит, навел порядок, либо милиция такая же благородная и замечательная, а вот прокурор, к сожалению, не дотягивает до этого стандарта. На самом деле как? Есть взаимосвязь между ведомствами? Не только, допустим, прокуратура, милиция, да, а вообще вот между ведомствами, с которыми вы работаете. Вы делаете одно дело или одно дело, но каждый со своей стороны, скажем. Да, наверное, так ближе. То есть мы делаем одно дело, но каждый его делает по-разному. То есть если у милиции функции раскрытия преступлений, доказывания, направления этих дел в суд, то позиция прокурора, который участвует в этом процессе, он также наравне со следователем отвечает за результаты расследования этого дела. А что вас объединяет? Желание все-таки добиться справедливости? Ну, у прокурора прежде всего задача соблюдения законности. А закон он справедлив? Это справедливость? Ну, это закон? Понятие, категория философская. Но все-таки, вот с вашей, вы же с этим работаете. Да, философская, да, но все-таки она конкретна. Я сталкивался, это не мое направление работы, вы задаете те вопросы, которые чуть-чуть относятся не к моей компетенции, но я вам скажу, что вот недавно рассматривали дело с юридической точки зрения, абсолютно законно, абсолютно правильный был приговор суда, где человека осудили там к определенной мере наказания. Но с другой стороны, значит, я подверг критике и государственного обвинителя, и следователей, которые расследовали дело, поскольку человека привлекали законно, хочу подчеркнуть, законно к уголовной ответственности за хищение 20 гривен. То есть в свое время мы, наша страна, в том числе Большого Советского Союза, пережили определенные события, определенные мероприятия, где так же само законно, так же само на основании закона судили людей за несколько колосков хлеба.
То есть я не хочу, чтобы это было в нашей стране, я не хочу, чтобы это происходило сейчас. И все должно быть взвешено и рационально. Спасибо за ваш ответ. Давайте перейдем к резонансным делам, потому что это те дела, которые наибольшее внимание привлекают общественности. Что с ними, сколько их, и, возможно, будет какой-то результат, или уже есть какой-то результат, о котором вы можете сказать? Ну, каждое уголовное дело, оно по-своему резонансно. Для конкретной стороны этого дела это либо боль, либо утрата, либо... и то, и другое одновременно. И поэтому говорить о резонансности какого-то дела невозможно. Ну, есть просто какие-то громкие, яркие, которые громкие, да, дела, выходят за рамки уже. За рамки дела, значит, вы знаете все, что было совершено убийство Рудь. То есть, да, в этом убийстве, кроме непосредственных исполнителей, организаторами были два сына бывшего председателя Заводского районного суда. Значит, один из них адвокат, один судья. То есть адвокат, исполнители привлекаются к уголовной ответственности. Сейчас досудебное следствие уже закончено. Подозреваемый знакомится с материалами дела. Ну, сам непосредственный организатор Рудь, тот, который работал судьей, он находится в розыске. И я думаю, что через какое-то время при задержании то же самое дело в отношении него будет направлено в суд. Тоже, ну, его можно отнести как к разряду актуальных. Второе не менее актуальное дело можно отнести, связанное с революцией гидности в Николаеве. Оно не носило такого массового, большого характера, кровавого, как в других регионах нашего государства. Но оно тоже относится, наверное, к категории резонансных. Здесь я могу категорично утверждать о том, что это дело не было зарегистрировано и не расследовалось больше года. По этому факту сейчас проводится служебная проверка, кто из должностных лиц органов прокуратуры не принял соответствующие меры, не принял соответствующие решения к тому, чтобы это дело уже должно было еще в прошлом году как минимум быть окончено и поставлена точка во всех этих процессах, которые происходили в нашей области. Сейчас дела расследуются. Ну, связано, наверное, с определенными сложностями и с тайной досудебного следствия. Сказать, что конкретный человек виновен в совершении этого преступления, я, наверное, не буду, поскольку таким образом мы будем ущемлять права тех граждан, которые не признаны виновными решением суда. Но мы привлекаем к уголовной ответственности и уже направлена часть дела в Генеральную прокуратуру Украины в отношении одного судьи, который выносил незаконные решения в отношении участников евроинтеграции, поскольку по закону в отношении судьи только может либо генеральный прокурор, либо его заместитель подписать подозрение такому должностному лицу. Что касается дел в отношении работников милиции, они тоже будут привлекаться к уголовной ответственности. Уже изучены эти производства, я заслушал их у себя на оперативном совещании, выработан определенный алгоритм действий, и в ближайшее время работники милиции тоже будут привлечены к уголовной ответственности. Сейчас достаточно популярна форма у народа организовывать всяческие пикеты. Да, то есть это определенное давление общественности. Ряд таких пикетов был весной и возле нашей прокуратуры. Ну, наверное, с одной стороны, это можно расценивать как давление на работников прокуратуры. Да, их, ну, мешали им спокойно работать. С другой стороны, это общественный контроль за тем, как люди, призванные исполнять закон, его исполняют и защищают. Для вас хорошо бы, допустим, прокуратуре работать с общественностью? То есть это нужно вам для вашей организации? Может быть, для расширения кругозора? Может быть, для понимания каких-то настроений общественности? Чего хотят люди от вас, от прокуроров, от людей, которые призваны защищать закон? Ну, прежде всего... И вообще, какая форма для вас приемлема? Прежде всего, органы прокуратуры стали достаточно открытыми для общественности. То есть у нас есть и приемные дни, и в неприемные дни мы осуществляем прием тех граждан, которые хотят к нам попасть и хотят быть услышанными. Это прежде всего.
Второй момент, связанный с митингами, как вы говорите. Мы прекрасно понимаем о том, что терпение людей кончилось, и не всегда правовыми методами, законными методами можно достичь своих целей, быть услышанными, как минимум, чиновниками разного ранга. Поэтому, с одной стороны, людей можно понять и воспринять их действия как правильные, все. С другой стороны, абсолютно все должно быть в рамках закона. То есть революционные моменты должны остаться позади, и мы, строя правовое государство европейского типа, должны стремиться максимально для того, чтобы поступать как европейцы. То есть закон есть, закон суров, но один для всех. И поэтому в данном случае максимально сейчас руководство органов прокуратуры Николаевской области расположено к выяснению абсолютно всех и жалоб, и просьб, и ходатайств людей для того, чтобы максимально защитить их интересы и достичь какого-то положительного результата. Немного нам осталось до конца нашей программы. Я вижу на вас символ сегодняшнего дня и уверена, что вам есть что сказать. Да, я хотел бы поздравить всех телезрителей, участников Великой Отечественной войны, детей войны с теми событиями, которые происходили, потому что у нас у всех в душе этот яркий, светлый праздник, который назывался День Победы. Как бы мы ни называли этот праздник, как бы мы, какие бы в обществе ни происходили события, мы всегда помним тех людей, которые отдали самое дорогое, это свои жизни, за нашу с вами свободу. И хочу пожелать всем крепкого здоровья и, очень актуально, мирного неба над головой, чтобы те события, которые происходили, никогда не происходили на территории, как минимум, Николаевской области. Спасибо большое за то, что вы были в нашей студии, за то, что отвечали на мои вопросы, может быть, не совсем удобные, но все-таки они должны были прозвучать в нашем эфире. Спасибо вам, приходите к нам еще, я думаю, что наши беседы будут еще более плодотворными. Еще раз вам спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з вашим улюбленим, я сподіваюся, телеканалом «Хай буде і так і надалі». Я також вітаю вас з святим для всіх нас днем, Днем Перемоги. Гарних вам вихідних. Дуже багато буде відбуватися заходів, присвячених святкуванню 70-річчю Великої Перемоги. Будь ласка, відвідайте їх. А ще краще – згадайте тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми жили під мирним небом. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».